7 лет строгого режима за сбыт наркотиков в Кировской области вынесли приговор уроженцу Калининградской области за распространение наркотических средств в крупном размере. В прокуратуре рассказали, 24-летний мужчина летом 2022 года в составе преступной группы раскладывал на территории Яранска свертки с запрещенными веществами. Он сделал как минимум 60 так называемых закладок. Распространение наркотика происходило дистанционным способом через тайники-закладки. 18 августа 2022 года незаконная деятельность преступной группы была пресечена. Из незаконного оборота изъято 122 грамма наркотических средств, приготовленных к сбыту.